Друзья, все, наверное, уже видели запись о том, что Боря умер. Какие подробности хотела сказать? Но тем, кто не будет смотреть видео о вскрытии, тем хотела показать, что вот даже визуально вот это вот все размером с яйцо, наверное, вот это вот все опухоль. И она ему вчера очень сильно давила снизу живота. У него началась просто агония. Как я уже говорила, опухоль растет очень быстро. Я даже думала, что это может закончиться еще быстрее, но он держался достаточно долго, он держался на обезболивающем. Но вчера началась уже такая агония, что нам пришлось его усыпить. Он просто просил, чтобы ему помогли хоть как-то. Он скулил от боли. Боря, конечно, у нас паникер, он скулит. Скулил и раньше от боли, даже когда я его просто крепко держала в руках и не отпускала, он начинал скулить. А здесь можете представить, как эта огромная опухоль давила ему на всю брюшную полость, на все кишечки. Поэтому, если бы мы оставили его умирать самого, он бы скулил до последнего, а, возможно, издавал еще более страшные звуки, издавал бы. И он бы не лежал так ровно, как он лежит сейчас, он бы лежал в какой-то страшной позе, потому что ему было очень плохо. Первый раз в жизни я решилась усыпить, и считаю, что сделала это правильным, потому что мы дошли до той ситуации, когда ему оставалось просто мучиться несколько часов. Это факт неоспоримый. Поэтому мы просто избавили его от нескольких часов мук. Вот и все. Кто будет смотреть видео вскрытия, милости просим. Извините, но на этом видео, пусть оно о смерти, но монетизация все равно будет, потому что сейчас у нас очень тяжелые времена. И даже если мы доллар на этом видео заработаем на монетизации, это все равно хоть что-то для нас. Вот. А видео о вскрытии монетизироваться не будет, потому что, по правилам Ютуба такое монетизировать нельзя. Извините за грустные новости. Теряем мы нашу команду, остался у нас только Финька. Все, всем пока. И до встречи в следующем видео о вскрытии, которое будет доступно по ссылке. Смотрите в описании и в комментарии к этому видео.